небольшой обзор экшн-камеры Aitman A79. Всем привет! Перед тем, как заказать эту экшн-камеру, довольно-таки бюджетную, хотел посмотреть в интернете отзывы, характеристики, ну что-нибудь вообще, какой-нибудь обзорчик. Но с удивлением обнаружил, что на русском языке практически ни одного ролика нету. Поэтому постараюсь сейчас хотя бы немного восполнить этот пробел. Итак, сразу же скажу, инструкции на русском нету, поэтому разбираться придется методом тыка. Вот в такой коробочке она пришла. Сразу же уберем защитные пленки, они нам не нужны. Это вот бокс для подводной съемки. Извлекем оттуда камеру. И с нее также уберем защитные пленки. Вот так вот она выглядит. Сразу же внутри вставлен аккумулятор, но он пришел разряженным, поэтому сейчас чуть-чуть его подзаряжу и продолжим. Пока аккумулятор заряжается, давайте посмотрим, что идет еще с этой экшн-камерой. Все разложил, теперь давайте смотреть. Это запасной аккумулятор, это пульт дистанционного управления, фотосъемки и видеозаписи, кабель для зарядки, наружный микрофон. Давайте посмотрим его поближе. Он сразу же идет с поролонкой от защиты ветра. Ну, аквабокс я вам уже показывал, так вот он выглядит. Различные крепежи, хомутики, салфетка для протирания экрана, липучки, это, я так понимаю, для крепления экшн-камеры на руку. Ну и еще всякие прибамбасины, с которыми, я думаю, вы сами легко разберетесь. Так, подзарядил немного аккумулятор. Карты памяти в комплекте не было, поэтому ее придется покупать отдельно. Идут они 10 серии. Вставляем ее и запускаем. Запускается вот тут нажатием вот этой кнопочки. Желательно сразу же отформатировать карту. С помощью передней кнопки заходим в меню и смотрим, что тут. Итак, вот режимы съемки 4К 30 кадров в секунду, 2,7К 30 кадров в секунду, 1080-60 и 30 кадров в секунду, 720-120 кадров в секунду. Оставим пока на 4К. Заходим вот в этот ключик настройки и выбираем язык. На камере язык русский присутствует. И так далее. То есть тут уже на русском языке, я думаю, любой сможет разобраться. Также эта камера коннектится с телефоном через Wi-Fi. Вам достаточно вот этот вот штрих-код сфотографировать и с официального сайта скачать программу на телефон. Еще одна плюсовая функция этой камеры. Ее можно использовать как экшн-камеру. При подключении к компьютеру выходит здесь меню. Сейчас покажу. Вот после того, как вы подключили экшн-камеру через провод к компьютеру, выходит такое меню: съемный диск, веб-камера и зарядка. Дальше вы выбираете нужную вам функцию при помощи боковых клавиш. Если вам нужна веб-камера, нажимаете и верхней кнопкой ОК. И тогда вот эта вот экшн-камера будет работать как веб-камера. Немного настроил камеру, ну а теперь давайте попробуем поснимать во всех этих режимах. Съемка 4К 30 кадров в секунду. Запускаю с пульта. Съемка 2,7К 30 кадров в секунду. Съемка 1080-60 кадров в секунду. Съемка 1080-30 кадров в секунду.
Ну и наконец, съемка 720, 120 кадров в секунду. Ну а на этом у меня все. Если это видео кому-то было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!